Урок номер один. Установка программы Видопульс Оксиметр. Для установки программы заходим на сайт видопульс.ру, вкладка «Техподдержка». Находим Видопульс Оксиметр, нажимаем, и у нас начинается скачиваться установочный файл программы. После завершения загрузки нажимаем на файл левой клавишей мыши, и у нас открывается мастер установки программы. Дальше наша задача просто соглашаться с тем, что мастер нам предлагает. В конце мастер установки нам показывает сообщение, где есть два пункта с галочками «Установить драйвер устройства» и «Открыть файл справки». Обе галочки оставляем, нажимаем «Завершить». У нас открывается установка драйвера, и мы продолжаем соглашаться то, что мастер нам предлагает. Программа у нас установлена. На рабочем столе появился ярлык «Видопульс Оксиметр». Во вкладке браузера у нас открылось руководство пользователя АПК Видопульс Оксиметр. Очень рекомендую прочитать и ознакомиться. Это руководство ответит на большинство ваших вопросов. А для того, чтобы запустить программу, мы нажимаем левой клавишей мыши дважды по ярлыку, и у нас запускается программа. В следующем уроке мы будем знакомиться с интерфейсом программы.